Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в горно-металлургической отрасли заключили сегодня Национальная палата предпринимателей и компания ERG. Организации объединят усилия в совершенствовании законодательства в сферах геологии, недропользования, металлургии и экологии. Также совместная деятельность коснется вопросов введения льгот и преференций по налогам для предприятий горно-рудного, металлургического и энергетического комплексов. Кроме этого, планируется разработать программы жилищного строительства для работников при поддержке правительства страны. Высокие стандарты по охране труда, по промышленной безопасности. В целом группа ERG показывает пример достойного ведения бизнеса. И мы, как Национальная палата предпринимателей, будем активно сотрудничать по распространению того опыта, который накоплен в группе компании ERG, для того, чтобы показать бизнесу казахстанскому те стандарты ведения бизнеса, которые необходимо нам налаживать.